Суд принял решение Уолтера Макмиллана вернуть в тюрьму, где он будет ожидать казни на электрическом стуле. Вы хотите убить моего отца ни за что? Чем вы мне поможете? Можно запросить пересмотр дела? Я уже запрашивал. Отклонили. Тогда можно запросить пересмотр отказа. Затем обратимся в апелляционный суд и дойдем до Верховного суда штата. Вы не понимаете, куда лезете. Вас здесь живьем прожуют и выплюнут. Вы понятия не имеете, что здесь творится. Точку ставить рано. Будем ходатайствовать о передаче доказательств в Верховный суд. А это возможно? Гарантий, конечно, нет. Огласите позицию штата по этому вопросу. Мистер Чапман, слушаю вас. Штат возражений не имеет, Ваша честь. Суд удовлетворил ходатайство ответчика. Суд снимает с вас все обвинения, мистер Макмиллан.